Суббота, 3 июля. Старт большой поездки. Ромадееви, Оулу, Ювескюля, Турку, Рюметвелла. 900 километров. Погода замечательная, на улице плюс 29. Красота. Симо. Доброе утро всем. Вот проснулся, завтрак, кофе, яишенка. Замечательное место остановился на ночевку на озере, на стояночке. Вот, сейчас позавтракаю, поеду дальше. Вот у меня тут как кофе сделал. Яишенку сделал, красота. Сколько там? 28 градусов, да? Ага. Вот. Хорошее, доброе утречко. Поля, поля, кругом поля.
Ольга Харитон 9, Федор Татьяна Василий, дробь машина. ГАЗ-66. Вот мой шек. Прохождение на сороковке прекрасное. Это на антенну инвертор V. Ольга Харитон 9, Федор Татьяна Василий, дробь машина. Прием. Да, слышу, Майк. Ух, Владимир Паванье. Владимир, мы с вами работали, громко принимаю. 5-9-5-9-5, Александр и Китаевич Митищи. Ольга Харитон 9, Федор Татьяна Василий, слышу, машина, Хэш 3, Дмитрий Федор, Володь, бред. Радио Жук 3, Дмитрий Федор, Ольга Харитон 9, Федор Татьяна Василий, дробь машина. Доброй ночи, Александр, спасибо большое. Я хорошо вас громко принимаю, 5-9 Владимир на юге Финляндии, недалеко от города Турку. Рюметала, населенный пункт на островах, где Ботнический залив соединяется с Балтийским морем. 5.07 мы тоже с вами работали, тоже на сороковочке. На приеме, Александр. Да, Владимир, ну вот сегодня потихонечку, ну, видимо, там не тот хороший уровень, когда мы с вами перед этим работали. Вот, ну, все-таки машину слышно. Владимир, мощность какая, например? 100 ватт прием. Да, ну, тем не менее, того, тогда я бы сказал, что это 5 плюс 20 плюс 5 плюс 8 плюс 9 плюс 5, ну, гуляет в районе 5-9 волт сигнала, например. Да, спасибо большое. Так, вопросов не будет, Александр, рад всегда слышать. Всего хорошего, доброго пожелаю. И 73 хорошего лета, удачи и до встречи. Да, спасибо большое, Александр. Всего хорошего, доброго пожелаю. 73 успехов и до новых встреч. Пока. Да, спасибо. Пожалуйста, всем. Здесь Роман Жук 3, Дмитрий Федор. 23 июля 2021 года. Обратно уже еду из Рюметала в Рованьеме. Вот остановился на стояночку. Хорошее местечко. Погода, облачность, тут озерко есть хорошее на стояночке. И вот, надо будет рыбку половить, радиолюбительством позаниматься и дальше поеду. Красота! Доброе утречко еще раз. Вот, завтрак себе готовлю. Кофе уже заварено. Сейчас позавтракаем. Вот. Радиошек ждет. Вентиляции работают. Легкий завтрак приготовлен. Надо кофейку налить. Так, горячая. Наливаем кофейку. Вот, радиолюбительская кружка, кстати. 100 лет Финской радиолюбительской ассоциации. О, какой кофе заварился. Яшничка, бутерброд с сыром, хлебушек. Красота! Радиолюбительский шек ожидает. Так. Вот, можно приступать к завтраку. Вкусняшка. Ах, хорошо. Кружка, да, 100 лет. Финской радиолюбительской ассоциации. Ну ладно, буду завтракать.
Завтрак начинается, завтрак начинается. Красота! Сейчас позавтракаю. Пойду половлю рыбку здесь на озере, на стоянке. Вот, кружка у меня тут такая хорошая есть, офигенная. С кофе. О, какая. 100 лет. Радиолюбительской ассоциации Финляндии. Позавтракал. Теперь надо кофе попить. Пойдем кофейку попьем. На свежем воздухе. Так, надо закрыть. Ой. Открываем. Что у нас тут? О, красота! Ладно, прохладно. Прохладно. А где я любимый? С кружкой. Вот я любимый с кружкой, пью кофе. Здоровска. На север вперед. На север едем уже обратно. Сколько там? 15 градусов. Большая красная кнопка. Красота! Потихоньку подъезжаю к городу Оулу.
по трассе поехать, а через лес, через деревенские дороги. Вот, я еще ни разу не ездил по этим дорогам, но попробую. Посмотрю, что здесь за дороги такие, что тут есть интересного. Вот, поглядим. Вот она, деревенская финская дорога. Вот. Люди слева, справа живут. Лес. Видеется река Кемиёки. Вот и асфальт появился. Я здесь по этой дороге ездил. Хороший, нормально. Поля. Картошка, мартошка. Ну вот я и к дому подъезжаю. Вот. Нога 66 по дорогам в Финляндии. Дорога не ебет. Вот направо сюда.